Всем привет, ребятки, с вами Андрюха. Сегодня уже среда, 29 число. Сегодня мы, то есть вчера вечером, был на черном рынке Т-34Б, но в игре магазин просто не загружался, и не могли зайти большинство игроков, поэтому они сегодня утром запустили еще партию Т-34Б. У меня был простой Т-34, я его тогда обменял по трейдину на мульта. Вот так. Посмотрим, что сегодня вечером будет в 7 часов. Это видео выйдет где-нибудь ночью, надеюсь. А сегодня у нас марафон, день 6. 10 раз нанести урон средним танком противника. Ну, не знаю, сколько мне понадобится боев. Давайте не будем затягивать и поедем быстрее. Вот. 10 раз просто кинуть. Так, песчаная река. О, 50, хорошо. Но мне бы подловить бы. Вчерашний видос сегодня вечером тоже загрузится. Вот. Так что переходим и смотрим. Уже если видео будет по марафону на канале, ставим лайки на них. Мне очень приятно будет. И подписывайтесь на канал, кто тут первый раз. Тут будет много интересного. Так, бочатик. На 500 с поджогом. На 560 с поджогом. Нормально. Прямое. Жалко, не башню, пробил бы его. Так. Ну, мне уже не достать бочать. Ну блин. Ты что на месте? Опа, 430. Хоть бы один угон, я бы по нему. Нет. Но нет.
Они поехали. Треугольный хорош. Но это упоротая задача. Пипец. Именно надо просто тебе кидать. Больше не по кому. Так, 432. О, как жестко. Вот так. И это будет с каждым. Ну, 5 выстрелов. Есть. Еще по идее 5. Это еще один бой. Если, конечно, все хорошо будет. Так, заходим. Смотрим. А, поджог засчитался. Еще 4 выстрела. Ну, еще один боёк и всё. Так, сейчас загружается 5-й день. Это значит 6-й, если я ничего не путаю. Вот, ребята, смотрите, надо вот постановить. А где они? Скажите мне, пожалуйста.
сейчас я поеду и кое-что сделаю. Не утопи себе, сейчас я пайки удалю, а то мой видео записывается, а это не сохранится, памяти не хватит. Потому что фиг знает, сколько надо боев будет. Я, как обычно, езжу сюда, в канон. Всегда, на любой акции. Так, тут у нас две трети. С 27 кидаем. И на 455. Хорош. Тут просто на нашем углу, какой можно. Раз, растянет. Блин. Да, так и знал, что сюда оно прилетит. 105-й бабах убил. Хорош. На 420 нормально. А сотка что делает? Ого! БКшечка. Ну всё, объекту хана. Да. Это Porsche B1. Нужна помощь, хлопцы. Так, тут кто-то не умает. Ага. А это у нас есть эти.
чай, да, со мной едешь. О, как я так помогал. А, господи. Оно должно попадать было. Минус. Что ты давай? Убивай этого. Да я. Вот. И этот минус. Да. Не повезло мне. Я буду на днях эти посылки открывать. Голосуйте и напишите в комментариях, ждете вскрытие моих посылок, да или нет. Думаю, товары вам очень понравятся. Надеюсь на это. Надеюсь. И не сюда. О! Тут я надеюсь. Уж точно выполнил эту задачу. Кстати, я так и на том рынке, на черном рынке, ничего не успел прикупить себе. Наверное, и не куплю на этот раз. Вы подписывайтесь на группу ВК, там я буду выкладывать новости всякие. Общаться с вами можем, например. Это. Бой пойдем. Сегодня о чем? Бой пойдем. О, тогда ты бы уже там. Где? На стадо-то свести.
На 700 вместе. Он уезжает. Это плохо, что он уезжает. Нет, это нужно. На 600 только хорошо. Ух. Так, я 2 дал. Еще 2 вышел, быстрее задача выполнена. Надеюсь, я выполню. А где я упал? Да. У него башня летела. Ага. Клёво. А что дать? Типа уехал. Ну ты упал, ёбаный. Мне не до угона. Ай. Жалко. Хотя я не дал головы высыпаться. Может, ПТА тут стоит. Нашел. Ебой. Мне один выступ постелит и все. А где он? А где он? А где? Ты тут. А, тогда мы где? Нифига. Не выполнил. Еще больно надо. Давай, живал. Я офигею. Одного выстрела не хватило. Да ладно. А если в следующем бою это не будет
Еще тебе. Это просто капец. О боже. Ну выходите давай из боя быстрее. Идем, едем мы сразу же. Ой, блин. Так чё, о, скинул вроде бы как мураваночка. Ну, здесь я точно выполню. Если меня сейчас рута не пересветит, то я не умру. А так всё хорошо будет. Блин. Микрофон хоть и работает. О, работает. Так, давай, 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 бегом. Говори, не подведи меня. Давай. О, не подсветить. А так все хорошо будет. Вроде все новое. А где у них 105-й? Интересно. Я поеду, как обычно, на Кади. СТ пока не светятся никакие. Давай, гони. А где у них СТ? Вопрос. Одна СТ. Не надо мне поедет вон, да. Блин, вот хоть бы. Так. Ну как обычно. Боюсь, что этим. Да, я выполнил это говно. Да неужели?
Я рад. Ты. Получайно. Убивать его по катку. То есть по гошенью. Хорош. А на юдеса добавить, а вот что-то разваливает кабин. И где он? Повайте кость води. Ну, можно. Добирайте. Хорош. Красавчик. Спасибо за подписку. Саша Чупса. Чупса. О, и видно тут. Спасибо, ты будешь в этом виде сам на карте. На видео, короче. Спасибо за подписку, было очень приятно. Подписывайтесь. И зовите своих друзей. Блин, куда ты поехал, дурак? Хоть так. Спасибо еще раз за подписку. Я делаю, стараюсь это все делать. Медленно. И тоже. Так. Минус. Хорош. Всё. Победим или нет? В этом вопрос. Победа или не победа? Может, по цедату выкинуть? Так, цедату бы пушит СТВ. Всю девятку сводимся. Стреляем только на 11, то есть на 111. Ну, задача сделана теперь. Что теперь? Вольности. За нами сейчас приедут какого врача. Песок 4 пантера. Так. Готов. Хорош.
Нам надо было 4 балла сказать, чтобы эту задачу сделать. Вот так. Ну, если 105-го убить, то можно победить. По идее. Ну, я боюсь, что сейчас за мной 105-тик приедет. Надо будет переехать. Я даже не знаю, где тут кусты до меня. Это все маленькие, да, это я фиг знаю. Так. О, 105-й. Повезло. Опа, гей. Сейчас, ребят. На улицу смотрел. Ну, меня не видно. Ой, повезло ему-то как. Ой, если попал бы, то он бы и сам не забрал. О, какой везунчик. Ну все, да. Я так и говорю, я приеду за нами. А у плотика, между прочим, 46%, 412 кпд и 5 кбф. Хорошо пацан играет. Еще 2 фрага сделал. Отлично. Пять. Ну, добудись. Я 200 кидал. В топ-4. И сделал за задачу. Заходим. И видно. Выполнено. А завтра что? 4 раза попасть в топ-10 команды по опыту. Ё-моё. Это уже сложнее.
Сколько же опять у меня загружаться видео будет? Боже ты мой. Ну ладно, ребятки, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, всем до завтра.